За пару часов по несколько сотен патронов в ходе занятий совершенствовались не только профессиональные навыки и умения личного состава, необходимые для успешного выполнения служебно-боевых задач в самых различных ситуациях. Благодаря инструкторам, которые с нами проводят занятия, огромное им спасибо, хотелось бы сказать многое, узнали от них. Ну, это очень полезно, и, соответственно, мы будем это продолжать. То, что сейчас нас обучили, мы будем обучать личный состав, который у нас обучается, это ОМОН, СОБР, и, соответственно, это вневедомственную охрану. Инструкторы обучали преподавателей тому, как вести бой на открытой местности в городских условиях, а также как отражать нападение на автомобильную колонну. Учим тактику огневой подготовки, в частности, стрельбе с различных положений, ну и элементарно тактическим действиям в различных условиях. Ну, на самом деле, люди разные, они же не могут одинаково все схватывать. Кто-то лучше, кто-то хуже. Ну, результаты сбора, считаю, что они постепенно достигаются. Учебно-методические сборы в Центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии проходят на регулярной основе. Это помогает людям военных специальностей повысить мастерство и без труда справляться с задачами на службе. Ольга Павлова, События.